Друзья, всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Сегодня я нахожусь в поселке Сенной, и именно по просьбе моих зрителей я покажу обстановку здесь. Мы находимся в самом центре Сенного. Покажу вам скверик около Дома культуры. Вот сейчас как раз-таки мы в нем находимся. Сейчас у нас день, самый солнцепек, поэтому здесь сейчас народу не так уж и много, как вы видите. Буквально, не знаю, парочка человек, наверное, сидит на лавочках. Здесь, видите, как очень красиво высажены цветы. Ухаживают за этой территорией. Ну, что сказать, сейчас у нас июль, и, в принципе, отдыхающие начали подтягиваться в наш Темрюкский район. На пляжах уже становится гораздо больше людей. В этом году мы не так часто ездим на море, мы чаще купаемся на нашем пирсе в поселке Приморском, и нам там очень нравится, потому что вода теплая, чистая. Ну, что еще надо? В жаркий день сел на велосипед, доехал до моря очень хорошо. И в других местах мы, конечно, уже были, в Веселовке были, но вот на Азовском море мы еще не открывали сезон. Вот у нас Дом культуры. Здесь тоже, видите, очень красиво, как посажены цветы. Наверняка от них аромат должен быть какой-то. Ну да, такой очень легкий, сладкий аромат. Надеюсь, что ветер сегодняшний нам не помешает. У нас часто ветра, поэтому приходится ждать безветренной какой-то погоды, чтобы поехать даже на то же Азовское море, потому что когда северный ветер дует, то на Азовском море, конечно, такие волны. Ну, достаточно тяжело купаться, хотя если вы любите там попрыгать на волнах, то самое то. Вот это та самая дорожка, которая выводит вас к берегу Таманского залива. Около парка у моря очень много машин, но это все именно отдыхающие, которые приезжают, и вы можете обратить внимание, что разные регионы машин. Так как жарко, повторюсь, очень жарко, сейчас у нас 34 в тени, на солнце я даже боюсь представить сколько. А здесь на площадке никого нет, все люди предпочитают окунаться в воду. Ну, посмотрим. В этом году в Сенном на пляже мы еще не были. Что-то поменялось. Пока не могу вспомнить, что, по-моему, здесь было гораздо больше и лавочек, и навесов. По-моему, даже была детская площадка, что очень странно. Смотрите, есть кабинки для переодевания, сделали хорошие, новые, такие деревянные. Здесь еще, видите, на берегу можно взять, купить, я думаю, наверное, всякие круги надувные, покататься на сап-серфах. Напишите, вот как вы давно были в Сенном, мне вот тоже интересно. Если вы сюда ездите каждый год отдыхать, что вам здесь нравится? Ну, немного, да, народу абсолютно немного. И водичка сегодня, ой, какая прозрачная, какая красивая. И ветер даже не помешал. Я думала, будет волны, а нет. Приятная вода такая. Смотрите, сколько керамики под ногами. Все усыпано керамикой. Достаточно высокий мостик такой. Ну, сделан специально, чтобы заход в море был удобным. Здесь у нас неглубоко, очень неглубоко. И это очень нравится тем, кто приезжает отдыхать сюда с детьми. Потому что можно не бояться за детей. Все-таки, когда ты приезжаешь уже на открытое море, да, там и глубина, и волны, и течение подводное, здесь все гораздо спокойнее в этом плане. Конечно, не всем понравится, абсолютно не всем понравится. Многим не нравится, что здесь нужно очень далеко идти, чтобы найти эту самую глубину. Но я думаю, везде можно найти как свои плюсы, так и минусы. Что здесь непосредственно является плюсом, так это температура воды. Она всегда теплая, гораздо теплее, чем на Черном или на Азовском море. Вот мы были в Веселовке, да, недавно, и там, конечно, вода была ледяная, но, наверное, 21 градус, вот так по ощущениям. И бывает такое, что она может еще даже остывать, несмотря на жару. Вот такой парадокс. Здесь же
Здесь же очень теплая вода. И что мне нравится, что здесь можно поплавать в маске, и очень много рыбок, крабиков и прочего. Наверное, не очень красиво, что здесь у нас на берегах находится камка. Для многих это такой отталкивающий фактор. Но камка это ведь не какая-то грязь, это лечебная вещь. Вы можете принимать процедуры даже. В Анапе вот людей даже не отпугивают водоросли, которых там гораздо больше, чем здесь. Ну, там еще плюс то, что, конечно, убирают эти водоросли с берега, да? А здесь как-то, ну, не принято, не вывозят. Поэтому эта камка, когда ветер дует вот с северной, да, она придувается к берегу, прибивается и вот образуются такие вот кучи. Вот здесь, вот с этой стороны, как раз-таки видно, насколько много этой камки. Вот этот мостик уже пару лет назад отремонтировали. Теперь он такой хороший, а так было черти что. Я помню, как-то был у нас здесь такой шторм, что этот мостик даже поломало. Вот так вот. И дети здесь купаются, прыгают. Разве вот это не прозрачная вода? Очень прозрачная. Я даже вижу, как плавают рыбки. Вдали сидят бакланы. Ну, они здесь всегда. И сейчас мы еще пройдемся по вот этому нашему парку у моря. Тоже его вам покажу. Так вот дети купаются. Не забывайте писать комментарии. Вот. Напишите, стали бы вы вот сюда приезжать отдыхать, либо вам нравится что-то более, ну, и побоюсь сказать, цивилизованное, да, где есть инфраструктура. Вечером можно здесь позаниматься на спортивных тренажерах. И обратите внимание, здесь есть туалет, что очень важно на пляже. Как радостно, что в нашем районе появляется все больше и больше парков. Не так давно открыли набережную в станице Тамань. И теперь набережная в станице Тамань является местом притяжения для местных жителей, для отдыхающих. И вот парк Синой тоже заставляет здесь задержаться многих. Синой. Это у нас гостиница «Штурвал». И обратите внимание, какие красивые здесь тоже высажены цветы. Есть даже лаванда. А на лаванду что? Любят садиться бабочки. Очень красиво. И пройдемся по парку Синой. Он был у нас создан в 2019 году. И с тех пор радует глаз. Вот меня всегда удивляло, что вот такие вот навесы, да, сделаны, но по факту они от тени не спасают. Это больше, наверное, они имеют такую декоративную какую-то функцию. И такая здесь конструкция, какая-то железно-металлическая. Можно подойти посмотреть, что это. Называется «Легкость. Залог семейного счастья. Сохраните то, что у вас есть». Вот так вот. Наличие вот в таком небольшом поселочке такого парка, я считаю, это очень здорово. И Синому есть чем гордиться. Есть куда сходить погулять, провести вечера. Не только там, да, зависнуть на пляже, но и просто даже вот здесь посидеть. Композиция такая. Друзья, я надеюсь, что вам понравился мой сюжет о поселке Сином. Мы с вами посетили сквер у ДК, главный пляж Сином и парк у моря. Пишите свои отзывы в комментариях, не забывайте это делать. Если вы еще не подписаны, также подписывайтесь на канал. И мы с вами увидимся в следующих видео. Всем спасибо, пока-пока.